Взрыв воздух. Вот эти. Сухой электролит выглядит вот таким образом. Вот он высушенный. В таком виде теперь его можно готовить для того, чтобы обматывать фольгой. Потом набивается вовнутрь уголь и ставим электролит, электрод. Здесь поролон. Ну, если встречаются раковины вот такие вот, бывает брак. Там можно не восстанавливать, а выбросить. Каждый электро сухой электролит, каждый из них это одна батарейка.